Геннадий Забелин, капитан команды, который в 57-м году, несмотря на травму, вывел нашу команду на финальный матч Кубка СССР, и мы выиграли этот кубок. Ясно, что ты был замечательный центральный защитник, и я уже сегодня говорил, что все форварды, центр-форварды, когда играли против Локомотива, они старались занять немножко другую позицию. Он был жесткий, предельно жесткий, но не жестокий. Безусловно, это наша легенда, и в честь него мы 18 лет назад начали это делать турнир, футбольный клуб «Локомотив». И его любовь, супруга Берта Григорьевна Панова, работала в детской футбольной лиге и была настоящей фанаткой детского футбола. Это люди, которые непосредственно с нами работали в детской футбольной лиге в тот период, когда было становление. Геннадий Степанович у нас работал генеральным секретарем, а Берта Григорьевна, ну сколько вот я себя помню, и ДФЛ, такое впечатление, что она от нас даже сегодня никуда не уходила. Самое главное, что все новые и новые поколения играют ребят. Вот сегодня пришли Иван Галанин, Иван Шаров, а они здесь же играли, здесь же становились. Это хороший пример, что это не просто слова, что вы будете играть хорошо, и там пробьете в состав московского «Локомотива» или другого клуба. Вот живой пример, это Галанин, Шаров. Юным футболистам нужно чтить традиции клуба, понимать его историю, для того, чтобы когда они выходят на главную арену, когда они будут выходить на главную арену, они понимали, что они играют за великий клуб, что в клубе играли великие капитаны, и у них тоже есть шанс попасть на эту аллею звезд, где в настоящее время находится звезда Геннадия Забелина.